Не уступил дорогу. В итоге оторванные колеса и поврежденная остановка. Чудом никто из прохожих не пострадал. Авария произошла на поселке Котовского. Подробности знает наша Яна Нестеренко. Южная дорога, остановка общественного транспорта. На пузе спортивная БМВ с оторванными колесами. Чуть дальше разбитая Тойота. Машины двигались навстречу друг другу. Я ехал на зеленый туда, с той стороны. Выезжал на светофоре, на разворот, и не пропустил меня человек. Я начал уходить вправо, чтобы уйти. Он меня ударил в бок, и меня выкинуло на бордюры и во все стороны. Свидетели говорят, скорость была приличная, около 200 км в час. Водитель «Тойоты» не уступил дорогу несущемуся дорогому BMW M5. Обе машины ехали на зеленый, но преимущество было у немца. Направляясь по южной дороге в центр, он столкнулся с «Тойотой», которая двигалась с центра в сторону поселка и пыталась повернуть на улицу Кишиневскую. С нарушением правил дорожного движения человек «Тойота Ярис», делая поворот налево, должен был пропустить встречный транспорт, то есть водителя автомобиля BMW M5. Пострадал водитель «Тойота». Его доставили в больницу с переломом ноги. Как говорят свидетели, чудом осталась цела девушка. Она во время аварии стояла на остановке. Вот пошел занос. А вот она залетела в остановку. Остановка. И снесла часть покрытия. Часть покрытия снесла. Вот. Там же колеса нету, если вы обратили внимание. Вот. И пошла кубарем. Кубарем пошла, юзом и кубарем. То есть такая была скорость, что здесь, когда посчитали полицейские, 140, больше 140 метров от места столкновения. Как они сказали сами ребята, которые в BMW пробовали, она 5-литровая. М-ка, BMW М-ка, попробовали 200 км в час. Молодая девушка стояла, ждала какого-то там транспортного средства общественного. Она давала свои показания полицейским. Она когда увидела, на какой скорости летела BMW, она там не то что попятилась, убежала, она отпрыгнула, вот это чувство самосохранения от остановки, вот на место, где стоит эта BMW. То есть уже сюда, она через клумбу перелетела. По словам родственников водителя «Тойоты Ярис», мужчина во время поворота просто не увидел BMW. Анна Грынев, Яна Нестеренко, Валентин Мирза, 7 канал.